тебе знакомы, правда. При виде них впадаешь в кому надо. Держаться от тебя подальше, как же убежать туда, где не достанешь ты. Твое дыхание постоянно рядом, ты каждый шаг мой провожаешь взглядом. Мне кислорода не хватает, скоро от количества от тебя сойду с ума. Лет это где-то с 18 я начал этим завлекаться, униматься, вот. И, в общем, продолжал как-то, мне это понравилось очень. Ну, потому что это барабан, и все же, как же, как это круто, вот. Ну, в общем, так вот я и втянулся в это. Сначала у меня плохо получалось, потом плохо, и плохо было. И сейчас не особо тоже получается, но я стараюсь, в общем, мне нравится. А где-то на страницах соцсетей мы сам внимание ставим лайки. Изучаем профиль, и доследим за лентой, как маньяки. А где-то на страницах соцсетей мы сам внимание ставим лайки. Изучаем профиль, и доследим за лентой, как маньяки. Начал я в городе Герои Малорославца, как и многие ребята. Вот, и некоторые из них до сих пор продолжают заниматься, и неплохо даже очень. Вот. Просто я как бы учился в школе, там построили школу новую, и там был музыкальный класс, и там как бы были новые музыкальные инструменты. И я увидел барабаны и услышал первый раз вживую их, и мне очень понравилось, и я загорелся, и все, и до сих пор как бы, в общем, горю этим. А на них играл там... Вообще я учился в одном классе с Сергеем Горбачевым. Вот, его многие, наверное, знают. Вот, и как бы он меня как-то пригласил туда. Он уже умел что-то, как бы, и я услышал, в общем, мне понравилось. И, в общем, Серега по большей степени, как бы он стал моим, как бы, наставником, так вот, то есть что-то показывал. А потом, ну, как бы наши дороги разошлись, но... Я продолжал заниматься, поскольку я загорелся, и мне нравилось это. Ты не маньяк и не убийца, знаю, но ты мне скоро будешь сниться, каюсь. Твои следы устала видеть, кто я, почему со мной ты ходишь по видам. Твою пытаюсь разгадать, я тайну пытаюсь, но никак не понимаю. Зачем, откуда, сколько можно, хватит, я уже не помню жизни без тебя. Ну, были моменты, когда я разочаровался во всем этом, как бы, поскольку многие знают, наверное, что, как бы, это особо не приносит там доходов, и все начинают думать о будущем, там, о семье, о всем таком. Вот, я тоже об этом думал, и много проблем было, и конкретно с музыкой тоже связанных, и я как-то решил один раз бросить, но у меня не получилось бросить играть. Вот, и я решил, что бросать, если мне это нравится, как бы приносит удовольствие. Вот, и я продолжил. Есть такая замечательная возможность ударить в барабан, вот, и я это делаю. Вот, и так я как бы совмещаю приятное с полезным, и как-то это все выравнивает, и по жизни у меня как бы не нужно как бы на ком-то вымещать свое зло, и я это все как бы, как это называется, экспортирую в музыку свои какие-то эмоции, негативные и позитивные тоже. Вот, и музыка в свою очередь и меня заряжает. Вот, и мне от этого очень радостно, и я весь такой радостный и веселый. Вот.